доброе. Там охрана вас беспокоит. У меня удочка. Рыбы нет. Врачебный. Очень чистая такая глубина и места вокруг. Видно, что, конечно, рыбы там тут почему-то. Раков-то много должно быть.
Давай, рыбалочка. Плывем. Собрались? Да. Ничего запрещенного нету? Нет, у нас только удочки. Доброе. Добрый день. Рыбоохрана вас беспокоит. А? Рыбоохрана вас беспокоит. Видим, видим. Как рыбалка? Ничего, подъемывает. Как рыбалка? Вот. Воды, газы, щуки, да? На котлеты наловили.
Вы знаете, у нас когда щука разрешена к добыче размеры? Не меньше 30 сантиметров. Вкусные. Ну, за это сейчас будет у вас наказание в размере 2000 рублей. И будете кушать конфеты, да. Котлеты. Нет, давайте мы ее отпустим, она в воде живая. Отпустите вы ее, когда мы выпишем протокол, и вы сделаете перепуск. А на месте сколько это решается? Мы на месте никак. Понять, простить, не, и отпустить. Нет. Документ у нас будет. У нас щука не меньше 30 сантиметров. Вообще вот этих размеров запрещено. На поплавок ловим? Да. Щуки нет? Пока нет. Щука не меньше 30 сантиметров. Я знаю, но держи, я не ловлю. Держи. Чтобы была не меньше 30. Я понял. Удачной рыбалки. Да. Вот тут улов. Ну вот он, как. Щуку знаете, чтобы не меньше 30 сантиметров было? Нет. Ее нельзя ни ловить, ни транспортировать, не знаю, ни продавать. Не меньше 30 сантиметров на рыбалку. Вы хоть правила рыболовства почитали? У нас же не знание закона не освобождает от ответственности. А говорят, документы только у вас есть. На кого? На себя. А, на машину? Ну да, на рулем. Щуку у нас нельзя ловить до 30 сантиметров размером. Только больше можно. Мы деревенские, извините, мы ни хрена не знаем правил. Мы тоже деревенские. А незнание закона не освобождает от ответственности. Ну да. Ты сколько штраф большой? 2000 рублей. Пожалуйста, номер жетона. Останьте меня с хвачкой. А вам это с какой целью-то? Печать проверить. Сейчас я настоящий, блин, что ты не веришь? Да ладно, все. Есть экспрессы, не, вот, с видео. Не надо не вставать. Ради бога, товарищи. Молодцы. Ваш товарищ... Единственное, у нас с документами, поэтому вы только делаете в пользу ему, пожалуйста. Тут послюнявьте, ну слюнявьте. Так вы ведь забыли послюнявить. Ну опять же, если она маленькая, то ее надо отпустить. И скажу номер паспорта. А у нас минимум 2000 рублей. Да? Да. Ну это уже большая. Да. Сережа, ну б***ь, угомонись ты, а. Ну я сейчас еще на машину штраф припишу, что она стоит здесь в неправильной зоне. Смотрите. Правила рыболовства. Идите фотографируйте правила рыболовства. А то скажете, я еще обманывал вас. Кстати, да, почитать бы не мешало. Я для себя чисто узнать все законы эти, блин. Александр, правила рыболовства. Не берите руками, я своими понял. Покажу. Вам что, вам в руки надо дать подержать? Конечно. Я не пойму. Вам легче от этого будет? Я вам конечно. Показываю то, что я вам показываю. Ладно, серьезно. От 3 декабря 2014 года. Номер регистрации, правила рыболовства. Открываем. 35-0-71. Водный объект, рыбохозяйственный начальник городской области Санкт-Петербурга. Начинается 25-й пункт, это любительское спортивное рыболовство. Теперь 28 тысяч, минимальный размер добываемых, вылавливаемых водных биологических ресурсов. Рыбопромысловый размер. Запрещается производить добычу, вылов, приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биологических ресурсов, имеющих в свежем виде длину в сантиметрах менее указанной таблицы. Таблица. Открываем. Щука. Нас только щука интересует. А почему запрет-то сейчас не? Запрет на размер. А. Только размер. Не запрет на щуку. А то, что размер. 30 сантиметров. Сергей Александрович. И не дают. Еще лично для вас покажу. Ущерб, Сергей Александрович. Угу. Который высчитывается за одну голову. Пожалуйста. Убрать? Можно? Вот ваша ситуация. Не-не-не, пока пусть лежит. Подожди. Не-не-не, Сергей Александрович у нас... Это тут... самая дорогая бля рыба, которую вот я покупал. Вот, октября 2000 года. Пока. Вот на биологические ресурсы. Такса. За один экземпляр, независимо от размера и веса. Ничего 2000 года не менялось? Щука. 250 рублей за голову. Пьете? Да. В таком случае. Да, вот вы опять... Что у нас? Да ну вас, блин.